очень-очень понравилось у тебя! Спасибо! Но ты еще самого главного не видела? Что это еще я не видела? Как? Ты же не видела Эйфелеву башню! Точно! Я тебя сейчас свожу в одно место, где можно полакомиться вкусными макарунс и посмотреть на Эйфелеву башню. Скорее, пойдем! Пойдем! Мэтти, ну еще долго идти? Да нет же, смотри! Вот кафе! И вон виднеется Эйфелева башня! Точно! Скорее, пойдем внутрь! Дождик начинается! Пойдем! О, смотри, как раз для нас место есть! Точно! Давай сядем! Давай! И что-нибудь закажем! Ага! Ой, как хорошо! А что ты закажешь? Я хочу заказать свой любимый Моник Макарон! А мне что заказать? А тебе я советую попробовать Марго Макарон! А где же они? Их что-то не видно! А вот же они! Вкуснейшие макарон! Моник Макарон Кейк! И Марго Макарон! Смотрите, какие они аппетитные! Какой на них вкусный крем! И столько макарон в одном тортике! А здесь сколько вкусного крема! О, вот это объедение! О, как приятно смотреть на Эйфелеву башню и наслаждаться вкуснейшими парижскими макарон! Да, я тоже люблю здесь проводить свободное время! Смотри, как люди вешают замочки на Эйфелеву башню! Да, и этот замочек с сердечком я хочу повесить на Эйфелеву башню в знак наших с тобой отношений. Надеюсь, что наша любовь продлится до конца жизни. Ты такой романтичный! Спасибо! Выбирай место! Давай вот сюда! Давай! О, оно так симпатично висит! Да, мне тоже нравится! Смотри, смотри, еще кто-то идет вешать замочек на Эйфелеву башню! Да? Ой, они такие необычные! Розочка, я хочу, чтобы мы повесили вот этот вот замочек на Эйфелеву башню! О, как романтично! Да, и мне понравилась эта идея! Ура! Давай повесим на самый верх, чтобы никто не смог его оттуда снять! Я думаю, никто и не будет снимать! Посмотри, сколько здесь замочков висит! Да, все здесь любят вешать замочки! Ну вот, теперь и наш висит! Так здорово! Пойдем еще погуляем! Пойдем! О, уже кажется темнеет, пора собираться домой! Да, пойдем! Если хочешь, мы и завтра можем сюда прийти! С большим удовольствием! Это самые лучшие каникулы в моей жизни! И мои! И вы, девочки, тоже приходите завтра в это кафе! Завтра будут свежие и вкусные макарон! Пока-пока! Мэйси, смотри! Жених и невеста! Точно! О, какой жаркий день! Я уже устала позировать этому фотографу! Не переживай, скоро мы от нее избавимся! Скоро нас будут угощать сладостями, а потом мы полетим на дирижабле в небо! О, быстрее бы! Молодожены, пожалуйста, смотрим сюда, смотрим на меня, улыбаемся! Раз, два, три... Молодцы! Теперь, жених, вешайте замочек на башню! Вот, молодцы! Так, еще одну фотографию. Улыбайтесь. Чик-чик. Смотри, Мэйси, им несут свадебный стол. Ого! Еще одну фотографию за столом. Ой, я так устала. Ничего, сейчас полакомимся сладостями и улетим на дирижабле. О, хорошо. Итак, чик-чик. А где же сладости? А сейчас будут и сладости. Посторонитесь, поберегитесь. Сладости от кафе. О-ля-ля, макарон кафе. Специально для жениха и невесты! Ура! Вау! Смотрите, девочки, какими вкусняшками угощает кафе «О-ля-ля Макарон» наших молодоженов! Эта коллекция называется «Petit Sweets». О, привет! От Delish Donut и Strawberry Kiss! Здесь 8 эксклюзивных шопкинсов и французская тележечка. Ку-ку! И, конечно же, эти сладости можно попробовать не везде, а только путешествуя по миру. Ага. И все эти сладости в моем любимом кафе. Скорее давайте достанем их. Молодожены проголодались. Ой, вправду, самое время их достать. А вот и наши вкусняшки,
которые Пинки Пай вывезет вот на такой вот прекрасной французской тележечке. Посмотрите, на ней Эйфелева башня и сердечки, ведь это специально для наших молодоженов. Завитая симпатичная голубая ручка, и сбоку Эйфелева башня, и здесь сидят эксклюзивные шопкинцы. Скорее, скорее, сладости, сладости! Они такие вкусные! Смотрите, какой вкуснейший десерт! Розовый спонж с красным вкуснейшим желе. И зовут его Сюзет Спонж. Вау! Посмотрите, как он сверху украшен. И он такой вкусный-вкусный. Вкуснейший круассан. С малиной и сливками наверху. А это флаг Франции. И зовут его Кен-Кен Круассан. Эклер. Обожаю эклеры. Смотрите, сверху шоколад и вишенка. И зовут его Клер Эклер. Как вкусно. Кусочек тортика. Наверное, это кусочек от свадебного тортика. Как он вкусный, посмотрите. Весь белый, сверху крем, малина. И это, наверное, шоколад такой розовый. И зовут его Coral Cake. Я сама выбираю меню. Еще один миниатюрный тортик. Этот, наверное, вкуснейший. Посмотрите, сверху тоже малина. Какой он вкусный. Его так и зовут Petit Tart. И, конечно же, наши любимые Strawberry Kiss и Delish Donut. Посмотрите, какая Strawberry Kiss француженка с такой шляпкой наверху. И Delish Donut у нас тоже превратилась во француженку с такой милой шляпкой. Вкуснотища! И еще одно блюдо от заведения. Что это за блюдо? Встречайте! Мари Макаронет! И вот она, Мари Макаронет, вкуснейший десерт! И он идет не просто так, а на специальном пьедестале. И сверху этот десерт закрывается вот такой вот крышечкой. Посмотрите, какой пьедестал розовый с буковкой S Шопкинс. И по краям везде Эйфелева башня. Сердечко. И вот такая вот подставочка. С сердечком, знаком Шопкинс. Она открывается. И сюда ставится фирменное блюдо от заведения Марии Макаронет. Вот сюда. Вот это вкусняшка! Вау, вот это сладости! Итак, молодожены, прошу вас, угощайтесь! Я никогда не пробовала столько сладостей в один день! И я! Пожалуйста, молодожены, еще одну фотографию, и вас ждут друзья около дирижабля. На раз, два, три. Раз, два, три. Внимание, фотографии молодоженов и их друзей на память! Раз, два, три. Ну а теперь путешествие на дирижабле!